Здравствуйте, вы смотрите программу «Республика» в студии Родион Архипов. Скачок из ямы конца 90-х. Впервые за 10 лет поволжские регионы вышли на положительный демографический баланс. Переломить ситуацию окончательно и бесповоротно власти округа намерены в ближайшие годы. Ресурсы для этого есть. Приоритеты перед руководителями субъектов расставил полномочный представитель президента России в ПФО. Очередной совет по реализации демографической политики Михаил Бабич провел в Республике Удмуртия. В окружном совещании принял участие и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Подробности в следующем материале. В регионах Поволжья наметился настоящий бэйби-бум. По итогам прошлого года 7 субъектов вышли на положительный демографический баланс. Уровень рождаемости там значительно превышает смертность. Эту тенденцию необходимо продолжать. У глав регионов сейчас все карты на руках. Главное сделать правильный ход. Михаил Бабич обратил внимание на явные проблемы. Очереди в детских садах, низкие пособия, семейная бедность. По мнению полпреда, на демографию все это сказывается не самым лучшим образом. Зачастую именно из-за больших растрат молодые пары попросту боятся заводить детей. Наиболее острый недостаток доходов ощущается отдельными семьями в период, когда возраст ребенка составляет от 1,5 до 3 лет. Это связано, естественно, с тем, что продолжается неоплачиваемый период отпуска по уходу за ребенком и матери, сложно вернуться к оплачиваемой работе. А компенсация недостающих доходов ложится на одного из родителей. В ближайшие годы необходимо решить и жилищную проблему. Многодетным и молодым семьям власти уже сейчас выделяют земельные участки и безвозмездные субсидии на строительство домов. Но несмотря на это, сотни тысяч человек все еще продолжают жаловаться на свои условия. Большая работа проводится по подведению инфраструктуры, но также знаем мы с вами и проблемы, которые с этим связаны. И отсутствие земельных участков в крупных городах и муниципалитетах. И отсутствие средств в бюджетах субъектов на подведение инфраструктуры. И, что немаловажно, отсутствие средств в самих семьях на возведение жилых домов. Многодетных семей в регионах ПФО становится больше с каждым годом. Власти поддерживают их не только рублем. Выделяют материнские капиталы, вручают жилищные сертификаты, освобождают от транспортных налогов. Увеличилось по Волжье количество заключенных браков. Только в прошлом году было сыграно почти 250 тысяч свадеб. Повышение престижа института семьи – отдельная тема совета. В округе активно проводится комплекс мер по возрождению позитивного отношения к институту семьи. В 11 регионах учреждены региональные награды, медали, дипломы, премии, почетные знаки и звания за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию семейной политики. Инновации в медицине тоже влияют на демографические процессы. Во всех регионах ПФО снизилась младенческая смертность. Болезни выявляют на самых ранних стадиях. Врачи выхаживают недоношенных детей. На вооружение участникам совета предложили взять опыт Чувашии. Ставку власти республики делают в том числе и на здоровый образ жизни. Эти меры приносят свои результаты. В прошлом году в регионе не было допущено ни одного случая материнской смертности. У нас репродуктивных женщин становится меньше. Исходя из этого, через дополнительные меры стимулирования за счет снижения смертности от внешних факторов, нам надо ситуацию улучшать. Почему я так говорю? Потому что с точки зрения, если взять здравоохранение, оказание качественных услуг в сфере здравоохранения, в принципе, в республике такая ровная ситуация и есть эффективная результативная работа. Смертность от болезней системы кровообращения в округе снизилась почти на 5%. До появления в регионах сосудистых центров таких показателей добиться не удавалось. Строить их рассчитывают и дальше. Свои предложения члены совета собрали в один пакет документов. На рассмотрение его отправят дальше депутатам Госдумы. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Показатели здоровья населения улучшились. Об этом на еженедельном совещании при главе Чувашии сообщила министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. Основной результат, которого удалось добиться в прошлом году – снижение смертности, повышение рождаемости и рост ожидаемой продолжительности жизни. Смертность людей трудоспособного возраста снизилась, но по-прежнему высоки потери в дорожно-транспортных происшествиях, много самоубийств. Среди причин смертности более старшего поколения – болезни системы кровообращения. При этом, отметила Алла Самойлова, меньше стало отравления алкоголем. Программа модернизации лечебных учреждений подходит к завершению. Освоены средства на ремонт и оснащение больниц современным оборудованием. Но остаются и проблемы. К сожалению, в 2012 году мы наблюдаем снижение количества врачей в абсолюте. И среднего медицинского персонала также уменьшается. В основном при анализе идет миграция врачей в другие регионы, в Москву, Санкт-Петербург.
Один из способов привлечения специалистов в больницы – повышение заработной платы. Она уже выросла на 40%. Еще одну проблему озвучила министр – неудовлетворенность медпомощью. Специалисты выясняют, чем конкретно недовольны жители республики и пытаются оптимизировать качество оказания медуслуг. Самоубийство, суициды вот 18,7%. Но можно округляя сказать, что каждый пятый. В основном там вот по оценке, уже по факту самоубийств. Какие причины в основном? Конечно, в самоубийствах есть и неудовлетворенность бытовыми условиями. То есть это не всегда наличие работы, не всегда удовлетворенность, наверное, жизнью. Еще один важный вопрос еженедельного совещания – реализации комплексных инвестиционных планов модернизации моногородов. В Чувашии 6 таких муниципальных образований. 2 на Новочебоксарской АЛЛАТРИ вошли в список 35 и получили поддержку из федерального бюджета. Общая сумма вложений в Новочебоксарск – 87 миллионов рублей. Среди основных мероприятий развития – содействие занятости, поддержка малого предпринимательства, реконструкция биологических очистных сооружений и строительство инженерной инфраструктуры территории опережающего развития «Солнечная долина». Именно этот проект уже давно вызывает сомнения. Парнас опять звучит неоднократно везде, значит, что ждали? Предпринимались все попытки, в том числе и для того, чтобы работы выполнялись. Со стороны муниципалитета принимались только те работы, которые были предусмотрены проектно-сметной документацией. Проектно-сметной для принятия остальных работ необходимо было внести изменения в проектно-сметную документацию по данному объекту. Хорошо, почему не внесли? Этот процесс, к сожалению, затягивается. Глава Чувашии распорядился провести служебную проверку. Реализация комплексных инвестиционных планов АЛЛАТРИ, в отличие от Новочебоксарска, не вызывала сомнений. Многие из проектов уже завершены или будут готовы к сдаче уже в мае 2013 года. В 2004 году на проектную мощность должен выйти АЛЛАТРИЙСКИЙ горно-обогатительный комбинат, который будет поставлять кварцевый песок на стекольные заводы. Возникли сложности со строительством объездной дороги, но с инвестором идут переговоры. Михаил Игнатьев призвал все органы госвласти работать в этом направлении, иначе придется возвращать средства. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. В Чувашии растут показатели аварийности, количество дорожно-транспортных происшествий, число раненых и погибших. Об итогах 2012 года говорили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. Особо выделились в ушедшем году Ялчикский, Порецкий и Мариинско-Посадский районы. Не отстает по показателям аварийности и столицы. По итогам года количество ДТП там увеличилось на 20%. Как показывает статистика, основным виновником совершения дорожно-транспортных происшествий являются водители. Из-за нарушения ими правил дорожного движения совершено 1776 происшествий, что составляет 86% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Положительным является то, что незначительно, но уменьшилось количество аварий, совершенных по вине пешеходов. Но, как отметил Иван Моторин, выявлен рост экзотичных ДТП. Наезд на препятствия, опрокидывание, то есть это или показывает неопытный водитель, или, я не знаю, там, отвлекается на телефоны, там, ну, что, что последние все дорожно-транспортные происшествия, мы ведем анализ, в основном связывает молодежь. Молодежь – это уже конец 80-х и начало 90-х годов в основном. Однако, как отмечают инспекторы, порой аварии совершаются из-за плохих дорог или несоответствующие требованиям дорожной разметки. В 2012 году из-за неудовлетворительных дорожных условий совершено 302 дорожно-транспортных происшествия. И несмотря на то, что по сравнению с 2011-м этот показатель улучшился, необходимо продолжить работу, отметил Владимир Романов. Повысить видимость пешеходных переходов путем установки дорожного знака «Пешеходный переход» на флуоресцентном фоне, нанесения дорожной разметки и применения цветных дорожных покрытий, светоотражающих дорожных, а также обустройство дополнительного освещения на пешеходными переходами. Электронный форс-мажор. В минувшую субботу начался прием заявлений на путевки в загородные оздоровительные лагеря. Однако сайт, где формируется электронная очередь, дал сбой. Сотни родителей не смогли заполнить заявку. О том, что произошло, наш следующий репортаж. Новая форма, электронная запись, которая впервые была предложена в прошлом году, началась 30 марта во всех образовательных учреждениях республики, в том числе в 61 городской школе. Для того, чтобы вовремя подать заявление, родителям необходимо было 30 марта ровно в 9 утра зайти на сайт управления образования, где была размещена ссылка по приему заявлений в лагеря. Родители пришли подать заявление в детские лагеря, причем некоторые занимали очередь накануне, кто-то приходил под утро, но случился сбой в системе, который был непродолжительным, но заставил многих родителей поволноваться. Пришли мы вчера вечером, 5:30 вечера.
заняли. Тут были две записи, по одной, по другой. Вычеркивали, чтобы не вычеркнули, оставались ночевать с термосами. А потом резко заявляют, везде путевки уже раздаются, а мы все сидим. Ничего не работает, ни компьютер, ни сервер. Во время приема заявлений во второй и четвертых гимназиях вовсе отсутствовала электроэнергия из-за аварии на подстанции в Ленинском районе. Управление образования приняло решение отправить родителей в соседние школы. Мало того, что свет в школе отключили, компьютеры не работают, людей погнали бегом всех в шестую школу. В шестой школе не пускают, потому что там идет регистрация своих людей. Дождались, пока там закончились, запустили других людей. В итоге копейки, единицы получили путевки. Если вы не можете создать технические условия, тогда не надо этим делом заниматься, надо какую-то другую форму применять. Так не должно быть в 21 веке. Если вы пользуетесь услугами интернет, значит интернет должен работать на уровне. Электронное новшество вновь подвело своих разработчиков. Сайт, где формируется очередь за путевками, работал, затем завис. Как отмечают представители образовательных учреждений, ничто не предвещало такого развития событий. Обучение по работе в новой системе прошел каждый оператор. Без 15:09 мы запустили всех родителей, посадили к операторам. И в 9 часов мы запустили систему. В 9 часов она не пошла. Родители подали заявление в 18 загородных оздоровительных лагерей. Отдохнуть должны 18 тысяч детей. Квота столицы Чувашии, где и замечен ажиотаж, 4481 путевка. И на сегодня лимит весь исчерпан. Что касается гимназий 2 и 4, которые оказались не в равных условиях с другими школами, руководством города этот вопрос взят под контроль. Сейчас при рассмотрении уже резервных путевок будет преимущественное право отдаваться именно этим родителям. Поэтому я думаю, что паниковать не стоит. Руководством города этот вопрос взят под контроль, и все желающие будут обеспеченными путевками. Как нам пояснили в Министерстве образования, сбой системы произошел на сервере. Пока идет вот техническая экспертиза. Нам точную причину сказать не могут. Вот сейчас представители Мининформполитики республики и фирмы-разработчика, они проводят экспертизу и техническое обследование, почему произошел сбой. В Министерстве образования говорят, что новая система, несмотря на сбой, будет использована и в дальнейшем. И к каждой жалобе, которая поступила на горячую линию, будет индивидуальный подход. Возможно, некоторые родители даже не подозревают о том, что им полагаются льготные путевки. Таких в республике зарезервировано 3000. Данифа Тагирова, Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Александр Петров, Республика. Доверяй, но проверяй, хотя в последнее время эта пословица обретает другое, более актуальное звучание. Проверяй, но доверяй. Ежемесячно несколько надзорных органов проверяют работу местного самоуправления. В Чувашии создана межведомственная комиссия по анализу эффективности контрольно-надзорной деятельности. Сегодня прошло ее заседание. Работа проверяющих не из простых. Надо не только выявить нарушения и выписать штрафы, но и сделать так, чтобы не отбить у проверяемых охоту работать дальше. После того, как за бизнес вступился президент страны, количество проверок в адрес предпринимателей уменьшилось. А вот органы власти по-прежнему под постоянным контролем. Мониторинг надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления республики показывает рост числа проверок и увеличение штрафных санкций. В среднем на один район или город приходится 13 штрафов на сумму 90 тысяч рублей. Наибольшая доля штрафов была наложена представителями Государственного пожарного надзора, Главного управления МЧС России по республике, УФАС России по республике, управлением Роспотребнадзора по Чувашской республике и органами прокуратуры. Бороться с нарушениями необходимо. И органы власти всех уровней готовы всячески содействовать в этом контрольно-надзорным структурам. Но проверки не должны быть самоцелью. Между тем, проверяющие иной раз запрашивают документы и сведения, которые находятся в открытом доступе. На наш взгляд,
чрезмерное количество проверок, запросов и поставления, нередко формальных и проводимых для галочки и для улучшения статистики, существенно осложняет работу органов местного самоуправления. У столичной администрации контрольным органам свои претензии. Порой по итогам проверок организации должны выполнить то, что не входит в их компетенцию. А некоторые предписания просто невозможно выполнить в срок. Например, нанести дорожную разметку зимой. За неисполнение, по словам Леонида Черкесова, администрация города выплатила штраф 24 тысячи рублей. Рассказал глава города и о длительной судебной борьбе между администрацией города и УФАС. За 2012 год антимонопольным органом в отношении администрации города возбуждено 78 дел. Из них 23 решения УФАС по Чувашской республике признаны арбитражным судом недействительными. Две жалобы администрации удовлетворены частично. В стадии судебного разбирательства находятся 24 дела. 6 дел прекращены антимонопольной службой в связи с отсутствием конкретных отношений и 3 приостановлены. 14 предписаний подлежат исполнению, 4 из которых исполнены. Уже за первый квартал 2013 года возбуждено 23 дела. Из них рассмотрение 2 дел УФАС по Чувашской республике прекращено. По 5 решениям УФАС по Чувашской республике администрация признана нарушившей антимонопольное законодательство. 16 дел находится на рассмотрении УФАС по Чувашской республике. Но, разумеется, проверки необходимы, и они действенный способ устранения нарушений. По словам Николая Петрова, замначальника главного управления МЧС, ситуация меняется к лучшему. Если за 3 месяца 2012 года было 620 нарушений противопожарной безопасности, то в этом только 108. В прошлом году 35 лиц привлечены к ответственности, в этом 5. Основные нарушения – отсутствие инструкций, неготовность к приезду пожарных машин, где-то не проводится обучение. Руководитель управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Логовская констатировала, что за первый квартал 2013 года территориальными отделами управления проведены 3 внеплановые проверки в отношении органов местного самоуправления. Из них 2 по исполнению ранее выданных предписаний обязательных требований, 1 по обращениям граждан. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. В первом квартале 2013 года ожидается рост производства продукции сельского хозяйства, розничного товарооборота, платных услуг населению и реальной заработной платы. Вместе с тем, данные за январь-февраль текущего года продемонстрировали снижение индекса промышленного производства. С обсуждения этих тем началось заседание коллегии Минэкономразвития. Среди основных причин, которые повлияли на сокращение объемов промышленного производства, снижение спроса на внутреннем рынке на производимые предприятиями республики товары. Выпуском продукции для населения занимаются только предприятия пищевой и легкой промышленности. Доля предприятий, производящих товары народного потребления, спрос на которые более устойчив, пищевых продуктов, швейного производства, изделий из кожи и производства обуви, составляет только около 24%. Вместе с тем предприятия республики продолжают осваивать выпуск новой востребованной на рынке продукции. В качестве примера приводит в Минэкономразвития промтрактор «Вагон», который осваивает выпуск нового вагона «Хоппера» для перевозки цемента. Завод имени Чапаева продолжает осваивать производство средств аэрозольного пожаротушения, но ставку делает все же на развитие малого и среднего бизнеса. Основным ключевым направлением — это создание индустриального парка на территории города Чебоксар. То есть это возможность для тех малых предприятий, кто все-таки на большом рынке иногда ему легче малому предприятию выжить и увеличить свои объемы производства. Соответственно, если и у нас есть такие факты, что объемы производства они готовы расширять при наличии соответствующих производственных площадок, то, соответственно, мы со своей стороны, с государственной точки зрения, стараемся обеспечить их этой производственной площадкой с подведением всех необходимой инфраструктуры. Положительный социальный эффект в 2012 году достигнут благодаря вводу ряда значимых для республики объектов. Так, создано 660 новых ученических мест, 1500 мест в дошкольных образовательных учреждениях. Приоритетными направлениями на 2013 год также остаются строительство и реконструкция объектов образования, коммунального и дорожного хозяйства. Еще в этом году начинается подготовка к празднованию 550-летия основания города Чебоксары и столетия образования Чувашской автономной области. На эти цели будет выделено более 250 миллионов рублей. На заседание от этой праздничной темы перешли к другой, не менее радостной. Наградили победителей экономического соревнования между организациями, обрабатывающих производство в Чувашии.
дипломом первой степени с вручением золотой медали в номинации «Лучший инновационный проект в области технологии живых систем» награждается общество с ограниченной ответственностью Solution за разработку проекта технологии стимуляции роста новых сосудов на основе белковых факторов роста, полученных в собственной крови пациента. Татьяна Трофимова, Леонид Клейман, Республика. С сегодняшнего дня в России стартовал весенний призыв, и это вовсе не первоапрельская шутка. Хотя некоторые этой новости вовсе не обрадуются. В каждой призывной кампании есть свои герои, и злостные уклонисты своеобразный антирейтинг составили в Следственном комитете республики. Военную форму в этом году наденут более 2000 призывников. Именно такую планку генеральный штаб установил для Чувашии. Осенью в армию отправились более 1000 ребят. Этот план был исполнен на 100%. С каждым годом отбирать ребят становится сложнее. Ставка делается не на количество, а качество. Высшее образование, идеальное здоровье, первоначальная военная подготовка. Вот он, портрет солдата этого года. В военкомате отмечают, что в республике с каждым призывом сокращается количество уклонистов. Видимо, многих пугает персонал. Перспективы уголовного преследования. Основным способом совершения преступлений, предусмотренных статьей 328 Уголовного кодекса, является неявка призывников по повесткам военкомата для выполнения мероприятий, связанных с их призывом на военную службу. Так расследовались уголовные дела в отношении двух жителей села Шахазаны Канарского района, которые по 7 и 15 раз не являлись по повесткам военкомат для выполнения мероприятий, связанных с их призывом на военную службу. В прошлом году в Чувашии против злостных уклонистов было возбуждено 20 уголовных дел. Один из призывников скрывался от работников военкомата более 2 лет. На протяжении всего времени предоставлял им фиктивные больничные листы. В ходе проверки следователи обратились в медицинское учреждение. Выяснилось, что на осмотры к врачам молодой человек не приходил никогда. Документы, подтверждающие нетрудоспособность, он печатал дома, на цветном принтере. А другой призывник, вместо того, чтобы расписаться в повестке и получить ее, написал на ней ругательное слово. Еще один призывник из Канарского района, вместо того, чтобы явиться по повестке в военкомат, уехал на заработки в Москву, заявив при этом следователям, что просто не хотел служить в армию. Часто призывники попросту скрываются от работников военкомата. Житель Канашского района, чтобы не получать на руки повестку, сбежал от членов призывной комиссии в окно. Рано или поздно уклонистов задерживают. Чаще всего их карают крупными штрафами. Хотя максимальное наказание за отказ проходить военную службу составляет 2 года. Анастасия Алексеева, Дмитрий Ковалев, Леонид Клейман, Республика. На этом у меня все новости. Я с вами прощаюсь. Оставайтесь с нами. Хорошего настроения.